Большой груз «Скания» протаранил легковушку «Шевроле Авео» на пересечении улиц «Восстание» и «Восход». По одной из версий, водитель фуры не соблюдал дистанцию и не смог остановиться. По-другому, просто не заметил легковушку, стоящую на светофоре. Динара Камалова расскажет подробнее. Человек не заметил просто. Водитель легковушки признается, стоял на светофоре и ждал, когда загорится зеленый свет. И тут сильный удар сзади, в него въехал большой груз. Планы поскорее попасть домой мужчине пришлось отложить. Впрочем, все могло затянуться, если бы водитель фуры сразу не признал свою вину. Не соблюдали дистанцию. Говорит, что легковушку видел, но вовремя остановить тяжелую машину не смог, не позволило расстояние. Эта авария поменяла планы и дальнобойщика. Он должен был оставить груз в Казани и поехать обратно, но время доставки пришлось передвинуть, а возвращение в Москву отложить на время оформления всех документов. Динара Камалова, Нафиса Миниязова, Адель Мулахметов, вызов 112.